Я буду снимать лебедя. Лебедь. И тут. Оп, кто-то поставил вот эту, чтобы наверх залазить удобно было. Раньше ж она там стояла. Вот это ж вот стояло. Тут вот. А, и вот это же стояло, но это же водой не снесло, или что замерзшее было, убрали. Эта фигня с икрой осталась до сих пор. Лебедь, ты тутенький. Такой толстенький. Это птичь у нас. О, там воды на этот раз больше, чем в прошлый раз. Будет интереснее с той стороны. Природ не сошел до конца. О, класс. Один, а второй. Лебедь что-то один. Где твой приятель? Скажи, хочу поточить, его мне не даете. А не, вон хлеб валяется. Она наточилась. Мы не ходили. А, это то мы нашли, думаешь? Офигеть, он так близко получается. Народ. Утки свалились. В смысле, тут вот шли, я в край пришла, утки сбежали паскуды. Видите, как близко край вот этот вот. Ну, в смысле, не близко. Теперь утки свалили, вон где они стоят. От меня свалили. На льду. Это о том, что написано. Лебедь. А там кладка. Утка такие звуки издает. Лед, наверное, падает, трескается. Утка, иди. Я хочу смотреть, как лед будет трескаться. Давай, сделай это. О, лед шевелится, прям вещь от того, что утки шевелятся. Ну, такие. Та вышка, так мы ни разу ее не увидели. Там сейчас нифига, кстати, нету, да. Вышка там территория чья-то. Спортивная фигня, может, была. Думаешь, она ограничена чем-то? Да. Сейчас же не занимаются. А? Фигово. Там отсюда вроде видно, вон. С этой стороны, да. Ну, утки, проваливайтесь. Хрустит же под ими, вон воды больше стало. Да не стойте вы на одном месте, делайте что-нибудь. Неинтересно так. Давайте, двигайте телами. Ой, ну что ж за люди. Ладно, пора сваливать. Тут, как вы видите, везде ледик. Сейчас будем идти еще назад, посмотрим, сколько там людей. О, провалили! Я там наговала! Напишу, утка провалилась под лед. Я так ему думала, там что-то хрустело, что она провалится. Вилоны такие небоязливые, им не страшно. Ну, подумаешь, провалится под плыву. Он лишь легкий, она еще что наверх лапой залезет и все. Щело было. Он такой оборачивающий, она проваливается под лед. Лебедь стоит на нас, смотрит, думаю, что за лохи. Ржут тут. Ладно, пошли, наверное. Сейчас еще не растаяло. Да, тут ни хера нет сейчас. Если какой-то камень вот снизу. Да. Вон к этой железке есть, можно долбануть об лед. Вон. Ну не надо выкидывать чушь разную воду. Долбануть там можно, а выкидывать нафиг. Где какая железка? Вот. Ну,
пошли почитаем, что написано. Ну не надо маленькую кидать обо что воду. Надо почитать, что на надписи написано. Нужно стоять здесь, ветром сдует, нафиг вообще. Ну и что тут? А, выходить на лед упасть? Понятно, что небезопасно. Понятно, что небезопасно. И черта не видно, походу, ага. Тут были две мыши, вот одна нора. Блин, она где-то тут свалила под землю. Вот в этой же точке, да, это было? Вот оттуда вышло. Я одну только видела, вторую не видела. Вот тут вот дофига, вот бы выгнать их. Вот тут она где-то свалила, по-моему, вот в эту дверь. Или вот в эту. Ну, вылезь отсюда. Она так нормально пробежалась. Две штуки пробежала. Я думала, это кротиная. Но там мыша была. Походу. Это кротов, а мыши... Ну, это была мыша. На земле живут. Почему собаки все время бегают по траве? Ну, я знаю, что, полевые мыши тут. Блин. Они этих мышей таких или кротов? Они их не жрут потом все равно. Блин, это кто-то снять мышь. Они не вылазят. Паскуды. Вылазят. Она где-то тут сидит и боится. Тем более не вылезет. Я не успела. Придется снимать пляж. Мыши нет. Ого, тут его дыра уже жирная, мне кажется. Вот это уже... Тут точно кто-то только что залез, наверное, недавно. Она же здоровая эта дырка. Вот, да. Эй, что-нибудь есть в домике? Вот немножко наружку. Тик. Мы прошли просто так. То, что мы приехали за водой. Это называется водохранилище птич. Там классное место. Где? Там, где мы собирались посидеть. Вон оттуда мы приехали примерно. Нам туда дальше придется тащить вещи, мангал. А вот, вот тут вообще. Еще так мы не офигеем от счастья тащить. Это надо знать, чтобы именно с какой-то, ну, подъехать на поселок нормально. А, и чтобы близко сюда. Иначе мы точно не зайдем. Блин, мышиная нора. Конечно, неплохо так. Мы тут чуть посидим и поедем опять туда. Вон за вот эту штуку. Высокую туда дальше. Там есть мост-шлюз. На шлюзу с обратной стороны имеется набор воды. Хороший, съедобный. Мы приехали набрать воды.